Работники городского отдела ГИБДД в целях профилактики дорожно-транспортного травматизма с участием нетрезвых водителей проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Контроль трезвости». Операцию на дорогах Хасавюрта будут проводить инспекторы ГИБДД с 25 по 31 марта текущего года. Данное мероприятие организовано по распоряжению Министерства внутренних дел Республики Дагестан. Цель, задача которого – выявление водителей, управляющих нетрезвым состоянием транспортными средствами. Ну, вот, в городе Хасавюрте также проводится данное мероприятие. Вот, есть уже данный момент результаты. Водители освидетельствованы и водворяются на штрафстоянку. В рамках мероприятия основное внимание будет уделено выявлению водителей, которые управляют транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Если выяснится, что водитель не трезв, его отстранят от управления транспортным средством. И в присутствии понятых сотрудники дорожно-постовой службы проведут освидетельствование на состояние опьянения. При необходимости водителя могут отправить к врачу-наркологу для медицинского освидетельствования. Вы на месте останавливаете водителя, от которого идет резкий запах алкоголя. Вы согласно пункту 2 и 7, вы его отстраняете от управления на месте. В целях повышения эффективности исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях на территории Хасавюрта также проводится профилактическое мероприятие под кодовым названием «Должник». Хотелось бы предупредить водителей, которые имеют задолженность по административным правонарушениям, чтобы они вовремя оплачивали штраф, потому что в течение 70 дней они не оплачивают, то этот штраф у них увеличивается 2 раза. Также в течение 20 дней, если водитель оплачивает штраф, некоторые штрафы они 50% оплачивают. Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим кодексом Российской Федерации, помимо двукратного штрафа не менее 1000 рублей, влечет нарушителя на арест до 15 суток или обязательных работ до 50 часов. На момент проведения съемки было выявлено 2 правонарушения водителями, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Бурлия Цамбиева, Расул Гаджиев, Абдулла Алиев. Информационная программа «Пульс».